31 июля в Ковылкинском районе пассажирская «Газель» ехала в направлении Рузаевки. По предварительным данным, при очередном обгоне маршрутка совершила касательное столкновение с автомашиной «Лада Ларгус». После удара «Газель» оказалась на встречке и столкнулась с вазовской десяткой. В легковушке ехала женщина и трое ее детей. 17-летний подросток, который был на переднем сиденье, пострадал больше всего. На скорой его привезли в Ковылкинскую районную больницу, но спасти юношу врачи не смогли. На больничных койках сейчас находятся его младшие брат и сестра и мать. Она была за рулем автомобиля. В текущем году на территории Республики Мордовия произошло 26 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 2 человека погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести. За этот же период прошлого года таких ДТП было 42, в них также погибло 2 человека, и травмы получили 67 граждан. Происшествия с участием водителей маршруток возникают с незавидной периодичностью. В 2018 году десятки пассажиров оказались свидетелями драки между газелистом и сотрудником горэлектротранса. Происшествие произошло на остановке улицы Володарского. Увидел тень, как в кабину заходит, это было вечером, тень, и я резко поворачиваюсь, и мне летит удар. Я уворачиваюсь, мне по уху попал. Анализ дорожно-транспортных происшествий за последние несколько лет свидетельствует о том, что количество аварий с участием в маршрутах не снижается. Ежегодно регистрируются десятки ДТП, а количество пострадавших пассажиров приближается к сотне. Евгений Волков, «Наши новости».